Приветствую вас, уважаемые други! Мы все привыкли, ну я в частности с детства привык к запаху газеты, запаху книг и все, что с этим связано. Вот в моих руках орна города Тобыл, которая бывшая Затоболовка, теперь это город Тобыл, и мы его это издание разглядываем. Но прецедент состоится чуть-чуть не в этом. Я с уважением отношусь к нашим средствам массовой информации и не могу сказать с точки зрения написания и профессионализма журналистов, которые в них работают. Но прецедент заключается в том, что мы недавно выбрали нашего президента, и одним из главных тезисов его это построение нового Казахстана. То есть в этом все сказано. Но прецедент, еще раз подчеркну, заключается в том, что есть немного и старого, то есть это уже традиционно, сколько я помню, всех, особенно госучреждения, такие как медицина, педагоги, силовые структуры, обязывают подписывать на, ну, в данной ситуации я говорю про издание «Орна», на эти средства массовой информации, то есть принудительно, вот подписывайся, условно там цена, точно не буду врать, но что мне дошло до меня, достоверно там 7 тысяч тенге, может больше, это на полугодие, на год. Не важна сумма, важно как ее потратить. Но вот это административное влияние на госструктуры, в общем-то, так скажем, продолжается. И для издания это может быть хорошо, подписка у них тут, по-моему, 2000 экземпляров сейчас. Но сейчас не то время, ребятки, грубо говоря, никто не отрицает полиграфию, средства массовой информации в этом продвигаются, но все-таки настойчиво, принудительно говорить людям о том, что надо подписываться, мало ли что. То есть мы доносим до вас все, что мы можем, то есть принудительно. Там нас убеждают, заставляют выбирать те новости, ту информацию, которая, может быть, нам не надо, а может и надо. Самое главное факт остается фактом, что главное заставляет. Это не первая новость для первополосных изданий, но это много раз обсуждалось, но это все-таки продолжается, и в частности газета «Орна» из города Тобыл, бывшая Затоболовка, продолжает действовать. «Орна Ньюс» — новости для вас, так что не пиар, а просто информация.